Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Кузьмича Жернакова представляет видеопрезентацию «Курт Воннегут. Творчество как служение обществу». Автору фразы «Такие дела» Курту Воннегуту 11 ноября 2022 года исполнилось бы 100 лет. Курт Воннегут – знаковая фигура американской литературы 20 века. Один из ярчайших сатириков и фантастов, который за свою жизнь прошел через войну, бомбардировки, карьерные неудачи и еще бог весть что, но так и не разочаровался в мире. В своих книгах Воннегут издевался, иронизировал и извил, не боясь посмеяться над чем и кем угодно. Просто такова была его манера. Даже о самых кризисных и трагических моментах рассказывать со смехом. Курт Воннегут родился в довольно обеспеченной семье немецких эмигрантов. Учился в школе Шортриджа, которую окончил в 1940 году. Воннегут рос в читающей семье и много читал взрослым. Из классической литературы он рано познакомился с древнегреческой комедией. Так в возрасте 14 лет его привлек Аристофан. Отмечаемые многими критиками черты сходства во взглядах с Марком Твеном, сам писатель считал малоинтересной игрой. Из непосредственных литературных влияний Воннегут указывал на Генри Торо, чей стиль он брал за образец в молодости, Роберта Льюиса Стивенсона, чьему мастерству рассказчика подражал в рассказах 50-х годов. Своим любимым писателем Воннегут неоднократно называл Джорджа Оруэлла. «Мне нравится его внимание к бедным, мне нравится его социализм, мне нравится его простота», сказал он в одном из интервью. В годы учебы в школе Курт увлекся журналистикой. Тогда же сформировалось его оригинальное чувство юмора. По настоянию отца он стал студентом химического факультета Корнеллского университета, однако молодого человека химия вовсе не увлекала. Зато он много времени уделял студенческой газете, где работал журналистом и редактором. Выбранный из трех десятков претендентов, вначале он вел колонку, для которой несколько раз в неделю писал юмористические заметки. Курт быстро усвоил принятый в газеты стиль, основным элементом которого была краткость. По утверждению официального вестника Корнеллского университета, отвращение Воннегута к химии оказалось благом для американской литературы. В 1943 году Воннегут записался добровольцем в армию и принимал участие во Второй мировой войне. При Арденской операции немцев в 1944 году Воннегут угодил в плен. Сначала под Берлин, а потом в трудовой лагерь Дрездена. Попав под страшнейшую бомбардировку Дрездена, город был полностью уничтожен вместе со 130 тысячами человек, писатель чудом выжил. Ему повезло оказаться среди тех, кто спрятался в подвале скотобойни. И вместе с самоубийством матери в том же году данное событие стало определяющим для становления мировоззрения писателя. После войны Воннегут занимался антропологией в Чикагском университете, затем служил в фирме General Electric в отделе общественных связей. В его обязанности входили налаживание контактов с потребителями и организация рекламных акций. Знакомство с функционированием этой огромной научно-промышленной корпорации очень много дало Воннегуту. В его обязанности входило внедрять в сознание потребителей девиз фирмы «Технические достижения – главный фактор человеческого прогресса». Эта, казалось бы, безусловная истина вызывала у него все больше сомнений. Работая на фирме, он исподволь готовил себя к писательству. Наконец, в 1950 году Воннегут оставляет штатную должность в General Electric, имея солидный научный и технологический опыт, он целиком посвятил себя литературе. Воннегут как писатель дебютировал романом «Механическое пианино» в 1952 году. Однажды он был на заводе и увидел, как фрезерный станок работает без помощи человека. Там ему и пришла мысль о написании произведения. Главная идея романа заключается в том, что мир становится полностью автоматизирован, и машины могут делать все и даже больше. Поначалу этот роман был воспринят как образец научной фантастики или балетризированной футурологии, которые как раз входили в моду. Позднее стала очевидна глубина фантастического сюжета Воннегута. Город Илиум, в котором развертывается действие, это ироническое изображение города Скениктаде, где расположена компания General Electric. Город разделен рекой Иракес. На правом берегу непрезентабельный рабочий поселок, на левом – рай для технической элиты. Чтобы попасть на левый берег, надлежит сдать специальный тест на интеллектуальные способности. Левый берег – это царство технологических усовершенствований, призванный сделать человеческое существование максимально комфортным.
апофеоз техники в романе – некий музыкальный аппарат, который не нуждается в человеке. Пианино приводится в движение специальным жетоном. Клавиши начинают звучать, причем в строго определенное время, автоматически настраиваясь на эмоциональное состояние клиента. В пианино внедрена особая база данных. Это модные шлягеры и хиты, продукты массовой культуры. Раз в год подобный запрограммированный музыкальный товар обновляется. Вонегут не склонен делать фетиш из техники. Он видит ее издержки и демонстрирует их, прибегая к сгущению красок, сатирическому заострению и гротеску. В первом романе уже заложены многие мотивы, темы, образы, приемы, которые получат развитие в последующем творчестве писателя. Рассказы 50-х годов составили два сборника «Добро пожаловать в обезьянник» и «Табакерка из Погомба». Открывающий «Добро пожаловать в обезьянник» рассказ «Где я живу» в духе новой журналистики повествует о непритязательном образе жизни в массачусетской глуши. В сборнике автобиографических эссе «Судьбы хуже смерти» Воннегут также неоднократно обращается к событиям 50-х годов. Став профессиональным писателем, Воннегут распланировал свое время. На написание рассказа отводилось 10 дней, на его вычетку – 3. Так был написан рассказ «Между временем» и «Тимбукту», посвященный проблематике путешествия во времени. Рассказ получился слишком сентиментальным и не удовлетворил автора, но наработки оттуда были использованы во втором романе «Сирена Титана». Роман «Сирена Титана» 1959 года – пародия на научную фантастику. В нем описывается нападение машиноподобных марсиан на Землю, что заставляет ее жителей сплотиться и забыть былые конфликты. В 1971 году Чикагский университет присвоил Воннегуту магистерскую степень по антропологии за его роман «Колыбель для кошки», написанный в 1963. Его сюжет строится вокруг изобретенного доктором Хоникером опасного вещества под названием «Лед-9». При попадании в мировые воды оно может уничтожить все живое на Земле. Год спустя книга была выдвинута на престижную премию Хьюго в номинации «Лучший роман». Роман «Колыбель для кошки» – калейдоскоп причудливо-фантастических событий. Герой-повествователь, журналист Джоан, отправляется в город Илиум, чтобы написать книгу о жившем там выдающемся ученом Феликсе Хоникере, изобретателе атомной бомбы и кристалла «Лед-9», способного заморожить все, с чем он соприкасается. В сатирическом ключе изображен в романе «Остров Сан-Лоренцо», на котором духовный лидер Боконон укореняет среди островитян новую религию – боконизм. Это умиротворяющая сладкая ложь, призванная отвлечь людей от размышлений об их горькой доле. Впрочем, в боконизме есть и положительное начало. В нем утверждается ценность отдельной человеческой личности. В конце концов, из-за неосторожного применения льда-9 остров гибнет. Спасаются лишь несколько человек, в том числе журналист и Боконон. В финале романа герой изучает произведения Боконона. Он хочет найти в них утешение, но автор на первой же странице предупреждает читателя: «Не будь глупцом, сейчас же закрой эту книгу, тут все сплошная фома». Под словом «фома» Боконон разумеет ложь, липу. В 14-м томе автор задает читателю вопрос: может ли разумный человек, учитывая опыт прошлых веков, питать хоть малейшую надежду на светлое будущее человечества? И отвечает кратко: «Нет». Нравственные проблемы общества в эпоху научно-технической революции, опасность дегуманизации и роботизации человеческих отношений постоянно находятся в поле зрения Воннегута. В центре романа «Дай вам Бог здоровья, мистер Розуотер» или «Не мечите бисера» перед свиньями фигура богача и чудака Элиота Розуотера, единственного американца, который почувствовал, что такое Вторая мировая война. Герой возглавляет фонд Розуотера, накапливает огромное состояние, но направляет его не на прибыль, а на благо ближних. Из-за своей филантропической деятельности он кажется окружающим психом, ненормальным. Доброта Розуотера представляется серьезной аномалией людям, равнодушным ко всему, что не касается их лично. В романе действует писатель-фантаст Килгер Траут, сквозной персонаж ряда произведений Воннегута. Его фантазии рождают книгу, изображающую общество с такой высокой степенью механизации, что человек становится уже не нужен. Восприниматься как писатель первого ряда Воннегут стал после выхода романа «Бойня номер 5» или «Крестовый поход детей», который был сразу же переведен почти на полтора десятка языков. В нем нашел прямой отзвук военный опыт писателя. «Почти все это произошло на самом деле». Такой фразой открывается роман.
В авторском предуведомлении Воннегут вспоминает, что идея произведения возникла у него еще в пору работы в General Electric. «Я уже тогда обдумывал книгу про Дрезден. Тогдашним американцам эта бомбежка вовсе не казалась чем-то выдающимся. В Америке немногие знали, насколько это было страшнее, чем, например, Хиросима. Я и сам не знал. О дрезденской бомбежке мало что просочилось в печать». Роман, по ироническому признанию автора, отчасти написан в слегка телеграфно-шизофреническом стиле, как пишут на планете Тральфамадор, откуда появляются летающие блюдца. Главный герой романа – американский солдат Билли Пилигрим, нелепый, робкий, апатичный человек, прототипом которого стал сослуживец Воннегута – Эдвард Кроун. В книге описываются похождения Пилигрима на войне и бомбардировка Дрездена, которая наложила несмываемый отпечаток на психическое состояние Пилигрима. С детства не очень устойчивая. Воннегут ввел в повесть фантастический элемент. События жизни главного героя рассматриваются сквозь призму посттравматического стрессового расстройства, синдрома, свойственного ветеранам войны, который искалечил восприятием героя в действительности. В результате комичный рассказ про инопланетян вырастает в некую стройную философскую систему. Пришельцы с планеты Тральфамадор забирают Билли Пилигрима на свою планету и рассказывают ему, что время на самом деле не течет, не происходит постепенный случайный переход от одного события к другому. Мир и время раз и навсегда даны, известно все, что произойдет и произошло. О чьей-либо смерти тральфамадорцы просто говорят «такие дела». Нельзя сказать, почему или зачем произошло что-либо. Такова была структура момента. Читатель не сразу привыкает к более чем оригинальной повествовательной манере Воннегута. Герой свободно перемещается во времени и пространстве, а события, происходящие в разных местах, в разное время, перетасовываются, как колода карт. Реалистические сцены перетекают в фантастические. О главном герое Билли Пилигриме сообщено, что он отключился от времени. С ним происходят невероятные вещи. Билли лег спать пожилым вдовцом, а проснулся в день свадьбы. Он вошел в дверь в 1955 году, а вышел в 1941 году. Потом вернулся через ту же дверь и очутился в 1961. Он говорит, что видел свое рождение и свою смерть и много раз попадал в другие события своей жизни между рождением и смертью. В романе через полосицы временных планов, подчиненная, однако, своей внутренней логике. Так реализуются разные пространственные измерения, разные шкалы ценностей, земная и космическая. Это одушевляет роман глубоким социальным и философским пафосом, превращает его в страстное выступление против войны и милитаризма. Смысл второй части названия романа «Крестовый поход детей» раскрывается в одном из публицистических пассажей. Речь идет о 1213 году, когда авантюристы-монахи осуществили преступную аферу. Они объявили о походе детей в Палестину для освобождения гроба Господня, замыслив продажу несчастных в рабство. Авантюристам удалось собрать 30 тысяч человек. Сам крестовый поход детей получил благословение папы Иннокентия III. Часть детей погибли во время кораблекрушения, другие попали в руки торговцев живым товаром. Этот трагический эпизод прошлого недвусмысленно соотносится с событиями Второй мировой и Вьетнамской войн. Человеческие жизни безжалостно и бессмысленно приносятся в жертву во имя достижения неких высших целей. Воннегут – художник острого социального зрения. А в романе рассеяно немало язвительных замечаний по поводу фетишизации техники или расизма, вызывает осуждение писателя, безразличие соотечественников к страданиям ближних, оправдание жестокости. Пафос романа в осуждении милитаризма. Художник-гуманист Воннегут без обиняков пишет о неодолимой тяге некоторых людей к оружию смерти. Живая и горькая современность постоянно врывается на страницы романа. Последующие романы, закрепившие популярность Воннегута, такие как «Завтрак для чемпионов» или «Прощай, черный понедельник», «Балаган» или «Больше я не одинок», «Тюремная птаха» – свидетельство озабоченности художника судьбой личности в современном обществе. Опасность гонки вооружений – одна из главных тем романа «Малый непромах». В результате взрыва нейтронной бомбы уничтожен американский город с населением 100 тысяч человек. Правда, кое-кто склонен оправдывать подобное чистое оружие, ибо оно уничтожает все живое, зато оставляет невредимым строение, дома, машины и так далее. В романе «Галапагос» высказывается предупреждение в связи с однобоким развитием цивилизации, когда нравственные критерии явно отстают от накопления знаний. В нем изображен некий архипелаг, на котором сохранилась община существ, почти лишенных человеческих качеств.
К середине 60-х годов сложился телеграфично-шизофренический, сюрреалистический или, как определяют некоторые критики, вонегутовский стиль. В нем синтезированы острая сюжетность с фантастикой, гротеском, порой бурлеском и эксцентрикой, а буйный полет воображения неотделим от иронии и сатиры. Синтез различных жанров и стилей в рамках одного произведения создает впечатление причудливого коллажа. Эта насмешливая манера придает рельефность той серьезной философско-нравственной проблематике, которая одушевляет творчество Вонегута. В интервью одному известному журналу Вонегут сформулировал свое творческое кредо: «Писатели должны служить обществу». Но делать это по-особому, в силу самой биологической необходимости быть производителем перемен. Для него писатели подобны клеткам общественного организма. Человечество эволюционирует, а потому постоянно экспериментирует с новыми идеями. А писатели служат средством внедрения этих идей в общество и в то же время средством, условным средством реагирования на эти условия в жизни, настаивает Вонегут. «Я не думаю, что мы действительно контролируем то, что делаем, но я продолжаю считать, что художники, все без исключения, должны сцепиться как система охранной сигнализации». Вонегут – ангажированный писатель в высоком смысле этого понятия, как и положено художнику с отчетливо выраженной сатирической тональностью. В причудливом разнообразии его сюжетов различимы три главные темы – осуждение всех войн и орудий смерти, необходимость контролировать технический прогресс, который может принести опасные плоды, наконец, экология – защита окружающей природы. В многотомном наследии Вонегута выделяется несколько романов, в которых эта проблематика выражена с особой отчетливостью. Так «Колыбель для кошки» напоминает о том, сколь аморальными могут быть технические открытия и наука. «Бойня номер 5» страстно осуждает войны. «Завтрак для чемпионов» есть предупреждение об опасности экологической катастрофы. В романе «Галапагос» аккумулированы все названные проблемы. Творчество писателя вызывает пристальный интерес как широкого читателя, так и серьезного академического литературоведения. Мир Вонегута столь причудлив, что при жизни писателя выпущена Вонегутовская энциклопедия, своеобразный путеводитель, помогающий ориентироваться в его образах, сюжетах и темах. Не остывают споры относительно того, по какому жанровому ведомству надо его числить. Научная фантастика, сатира, черный юмор, неоавангардизм или постмодернизм. Он сам утверждал, что его книги продолжают традиции Аристофана, Рабле, Свифта и других мастеров сатиры. Из соотечественников ему особенно близки Мелвилл, По, Твен периода «Таинственного незнакомца» и Амброс Бирс, автор «Дневника сатаны», произведений, отмеченных мрачным, пессимистическим взглядом на современную цивилизацию. В жанровом отношении романы Вонегута несут черты антиутопии, которая получила столь широкое распространение в литературе XX века. Его романы – оригинальный синтез притчи, философии. Пафос творчества Вонегута созвучен писателям США, пришедшим в литературу после Второй мировой войны, которые остро ощущают одиночество, внутренний трагизм бытия внешне благополучного человека в технократическом обществе. Существует три ключа, которые помогут лучше понять как творческий метод, так и саму личность Курта Вонегута. Первый – образ канарейки в шахте, которая в былые времена отчаянным щебетом оповещала шахтеров об утечке газа, из которой Вонегут часто сравнивал писателей. Точно так же они пытаются обратить внимание общества на события, предвещающие катастрофу. Второй – многократно повторенная им мысль, что смех – наиболее естественная реакция человека на страдания. И, наконец, третий – то самое выражение «такие дела». «Такие дела» – не банальная констатация факта чьей-то смерти. В этой простой фразе заключены горечь, растерянность, кротость, но одновременно и готовность, несмотря ни на что, идти дальше, пусть и на сломанных ногах. Кроме литературного таланта, писатель имел склонность к рисованию. Он предпочитал графику. К «Завтраку для чемпионов» Курт самостоятельно создал иллюстрации фломастером. Изображения дополняли суть, изложенную в тексте. Автор часто сопровождал собственные сочинения иллюстрациями, передавая образ американской культуры сквозь призму собственного восприятия. С 1993 года Вонегут находился в сотворчестве с Джо Петро III, графиком, помогавшим создавать изображения для книг. В США неоднократно проходили выставки работ Вонегута в жанре изобразительного искусства. Писатель работал до глубокой старости и любил главное дело своей жизни.
Курт Воннегут скончался 11 апреля 2007 года в возрасте 84 лет. Творчество автора востребовано в разных странах мира, его книги считаются классикой 20 века, а цитаты стали афоризмами. «Самые смелые шутки вырастают из самых глубоких разочарований и отчаянных страхов», считал писатель. В этом и заключался главный парадокс художественного метода Курта Воннегута. О самых кризисных и трагических моментах человеческой жизни он рассказывал со смехом.